Всем здравствуйте! Уже совсем скоро наступит Новый год, поэтому в эфир начинают выходить новогодние выпуски, которые подведут итоги уходящего года и помогут зрителям создать новогоднее настроение. Так Андрей Малахов анонсировал выход финального прямого эфира, показав забавный момент со съемок. На своей странице в Инстаграм телеведущий выложил короткий ролик. Малахов здоровается со зрителями, а в этот момент через его голову перепрыгивает молодой блогер Кира Колесников. Ведущий прямого эфира оборвал фразу на полуслове, больше так и не сказав ни слова. Шокированный Малахов застыл с раскрытым ртом, а после просто развел руками. В описании к публикации журналист рассказал, что в финальном выпуске познакомит молодых звезд интернета с представителями старой школы. Однако внимание подписчиков привлек весьма опасный трюк. Вот так вот взял и просто перепрыгнул через голову Андрея. Невероятно? Тоже хочу так. Какой трюк, реакция ведущего, бесценно, ого, как перепрыгнул. Раз 10 пересмотрела, написали в комментариях. Ранее Иван Ургант подколол Андрея Малахова, эффектно появившегося на дне рождения дочери Филиппа Киркорова. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!